Kyoto. Можно на 2 минуты? Мая 2014 года, Санта-Сусана, Испания, чемпионат Европы, объединенный среди мужчин, женщин, юниоров и мастеров. Я Александр Тимошенко, портал Islabs.ru, и Олег Кокорин, Севастополь, Крым. Олег, я вижу, твое лицо сияет от счастья. Что сейчас произошло? Я стал третьим на чемпионате Европы. В категории? В категории классический бодибилдинг до 180 сантиметров. Ты доволен своим выступлением? Ну, по крайней мере, я повторил результат, тот, который был в том году по форме. Мне кажется, я стал покачественнее, получше. Ну, естественно, уровень спортсменов тоже на месте не стоит. И спортсмены прогрессируют. Естественно, каждый турнир от турнира становится более серьезен. И приходится готовиться также более серьезней. Но конкуренция – это мотивация, это так и должно быть. Поэтому будем стараться, будем готовиться, продолжать дальше в том же духе. Следующий старт. Следующий старт – это отдых. Понял. Вот. Будем отдыхать, набираться сил, останавливаться. Вот, это был у меня уже 6-й турнир, ниже... Весной? Да, ниже 2-го места и 3-го в абсолютке я не опускался. Все эти турниры, которые были до этого, естественно, очень для меня удачные. Коммерческие турниры были, где даже немножко удалось заработать, это очень приятно, потому что... Как классику тебе удалось заработать? Я выступал и в билдинге до 90 в категории, ходил в абсолютке, поэтому да. На каком турнире? Богатырь классик, Кубок Черного моря, вот. Ну, это такие основные. Но опять же, я классик, естественно, я ужимался в классику. Старты какие у тебя? Первый старт это был Кубок Крыма, второе место. Второй старт, это у меня был... Кубок Черного моря, Севастополь, где в классиках стал первым, и в категории до 90 тоже стал вторым. Денежный турнир был. Спонсор выделил деньги, как бы немножко заработал. Кто у тебя спонсор, ты можешь сказать? У меня спонсора как бы нет, но очень поддерживает и помогает президент федерации, это Багимов Дмитрий Игоревич. Он оказывает, скажем так, небольшую финансовую помощь. Вот, помог поехать на чемпионат Европы, потому что, естественно, за свой счет, когда ты когда ты живешь сам, добиваешься все сам. Вот. И, но получается, значит, все-таки не сам. Тренер у тебя кто? Тренер консультируюсь я вот также у Дмитрия Багимова. И на данный момент очень хорошо мне помог подвестись к турнирам. Это Вадим Митрюшин. Вот, вы его знаете. Естественно, это мой друг. Да. То есть у вас мой есть тоже. Команда, по большому команда, счету, которая, готовишься. Да, ты которая очень грамотно, которую я слушаюсь. Также большое спасибо Кисламу, Ирине Гелиевой, Белоусу. То есть мы все одна большая семья. И также хочу сказать большое спасибо моему хореографу. Это Якшина Марина, она из Севастополя. Вот, вы ее тоже знаете. Вот, так что и привет. И, в принципе, я рад, что меня окружают такие люди, которые поддерживают. Спасибо очень большое моей девушке, которая все это выдержала, поддержала меня и со мной разделит победу. Вопрос тебе такой, я всем классикам его всегда задаю. Какая перспектива у классика России, при том, что рост у него ограничен, а тем, что еще и ограничен правилами рост и вес? Можно ли России улучшаться?
можно, скажем, улучшать пропорции, но если ты расти, это опять же пример Игорь Гастюнин, который просто переходит в билдинг. Но у тебя есть такие мысли о переходе в билдинг? Раз ты выступаешь уже. Митрюшин Вадим говорит мне, что да, уже Олег завязывает с классикой, потому что нужно набрасывать мясо, но опять же хочется в классиках выиграть Европу. А потом переходить. Большое тебе спасибо от нашего портала. Спасибо. Я думаю, что твое интервью появится. Ты засветишься. И желаю тебе дальнейших успехов в твоем нелегком труде и в том местонахождении, в котором ты есть. Все, удачи, всего тебе хорошего. Будь здоров.